Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. И в этом видео я уже покажу вам свой новый заказ по каталогу Faberlic номер 1 2018. Если вам интересно такого рода видео, то оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Напомню, что меня зовут Елена, и мой канал называется Собсни. Этот заказ был не совсем простой, потому что я его делала не на свое имя, но и советовавшись, конечно же, я оформила мужа, и там был очень хороший подарок, я вам тоже покажу. Первое, да, то, что я вам покажу, как всегда, то, что была большая распродажа, конечно же, многие знают, что первый каталог это очень распродажный, много всяких продуктов, которые раньше были представлены в каталогах, которые можно очень выгодно, недорого купить. И я, конечно же, некоторыми предложениями воспользовалась. А если вы хотите также пользоваться такими предложениями, покупать новинки и вообще любую продукцию Faberlic, то можете зарегистрироваться по ссылке, я ее всегда оставляю в инфобокс внизу. Проходите по ней, регистрируйтесь, и вы будете в моей структуре. Можете мне писать ВКонтакте в личку или писать в Инстаграм в сообщениях. Я тоже свои координаты всегда оставляю под каждым видео в инфобокс. Подарок был очень хороший, именно поэтому я и решила сделать заказ не от своего лица. Была распродажена вот эту серию оранжерии. К сожалению, не все уже продукты были в наличии. И я хотела взять и мыло, и там, по-моему, еще что-то было. В общем, много всего было интересного. Но досталось мне только жидкое мыло. Мягкое мыло для рук, ее величество Роза, 85-18 артикул, 200 мл. Было это мыло всего лишь 69 рублей, мне оно вышло и того дешевле. Вот такое мыльце небольшого объема. По-моему, Роза у меня как-то давно была, мне она нравилась. Удобный дозатор. Срок годности здесь еще до октября 2018 года. То есть не просроченное мыло, имеет такой приятный аромат розы шиповника или вот розы, которая, например, так масло, да, вот такой вот розы. В общем, неплохой такой запах. Мыло само мягкое, нежное. Решила я как-то цветочного, мне что-то захотелось. Я приобрела себе это мыло, именно себе. Когда-то мое мыло, которое у меня сейчас в использовании закончится, я, конечно, с удовольствием воспользуюсь данным мылом. То есть по срокам здесь все нормально, цена очень низкая, недорогая, могу посоветовать. И меня поразила цена, я, наверное, думала, что я, наверное, просто ошиблась. Но нет, за 19 рублей есть мыло, смотрите внимательно каталог, это кусковое мыло. Из серии также оранжерии грациозный гиацинт. Марки экстра серии, 85-64 артикул. У меня оно вышло всего лишь за 15 рублей. Я взяла такие две штучки, одну я уже подарила своим родителям, им очень понравилось. И такого оно приятного фиолетового цвета. Мыло, конечно, небольшой кусочек, но 65 грамм. Но все-таки за такую цену это просто как почти подарок, потому что даже в магазинах цены намного и намного выше. Это мыло с гиацинтом, у меня было что-то с этим ароматом, мне нравилось. Там еще что-то было, много всего на странице, но того уже остального всего не было в наличии. Поэтому я взяла то, что было и то, что есть. Дальше. Очень хорошая цена. Одну я уже выставила, другую принесла вам. Взяла я две такие жидкости. Я беру их очень часто, потому что хорошо эти жидкости удаляют лаки с блестками, с глиттерами, яркие лаки для ногтей. Это вот эта вот жидкость в серебристой упаковке. Просто супер-мега цена. Я всем советую брать, заказывать. По-моему, до 21 января еще или до 22 этот каталог действует. Спешите, потому что я ни разу не видела такой цены на данное средство. Всего лишь 149 рублей, при том, что полная цена, там, по-моему, 350 рублей. Как-то я брала за 179 даже такое средство и считала, что это дешево. Но на самом деле нет, это еще дешевле. Средство для удаления лака с витамином F, 71,97 артикул. Мне вышло вообще и того дешевле, две жидкости у меня тут около 240 рублей вышло, по 120 рублей, то есть очень недорого. При том, что объем 100 мл. Я взяла в магазин одну жидкость, я ее покажу, наверное, в пустых баночках. За такую же цену около 100 рублей. Мне она абсолютно не понравилась. Что не могу сказать об этой? У нее удобная упаковка. Здесь удобный такой дозатор. Нужно ватный диск смачивать и пользоваться спокойно. Когда, например, там мало остается, можно просто выкрутить и воспользоваться. Здесь такой механизм на пружинке. Как-то один раз мне не везло. Из моих многочисленных раз вот эта была баночка сломана, но все равно можно было пользоваться.
быстро и эффективно, согласна, что удаляет любой лак, содержит витамины, возможно, потому что никаких белых разводов, следов, ничего у меня не оставалось после этой жидкости. Удаляет очень быстро лак и качественно, хорошо. Могу посоветовать, у меня таких две, и я, если честно, этим очень довольна и рада. Одна у меня уже в ванне стоит в использовании. Вот эти лаки я с удовольствием буду удалять именно такой же жидкостью. Могу посоветовать, классно, яркие, темные лаки, глиттерные, любые удалит вам очень быстро. Это жидкость. Недалеко отходя от темы ноготков, я взяла вот эти покрытия, они были по очень выгодной цене, которые на сам ноготь идут, то есть основы под лак, для того, чтобы яркие лаки, у меня, кстати, одна тоже из основ сейчас использована, но на ногтях держались дольше, обязательно нужно наносить основу под лаки. Я, естественно, это тоже делаю. Какие же я взяла себе? Основа сыворотка под лак 70-99. И второе средство 72-57, средство по уходу за ногтями. Second Nail называется артикул. Это вот 72-57, вот такое вот телесное средство. Оно очень похоже на CC лак, умный цвет по баночке, но очень хорошее средство. Я, по-моему, уже все из них повторяю. Средней такой густоты телесного цвета можно даже наносить и без лака для ногтей. Вот эти средства, ногти будут просто красиво ухоженно выглядеть. Ну, конечно, лучше с лаком. И второе, это которая основа сыворотка под лак 70-99. Вот такое тоже оно матовое, хорошее, красивое, такое более розоватое, а это более бежевое. Вот я взяла два себе такие средства, и цена была просто замечательная на них. По 119 вроде бы как-то так рублей, если я не ошибаюсь, но мне они вышли вообще меньше 100 рублей, по 92 рубля каждая, что очень-очень недорого. Сегодня еще раз покажу, в предыдущем видео показывала лаки, но если там кто не видел, я покажу и скажу вам артикулы данных оттенков, которые у меня, вот один пальчик только выделен другим лаком, а остальное это у меня все лаки от компании Faberlic. CC умный цвет, очень классный. Тут более бежевый, 73-56, очень красивый оттенок с таким шиммером, с переходами, вот он у меня на ногтях нанесен красивый. И второй оттеночек такой голубо-синий, глянцевый, 72-71. Может быть, если кто-то хочет, можете набрать просто по артикулу, если вы являетесь консультантом, и там можете их найти, если даже их нет в каталоге, некоторые так делали. Потому что, по-моему, во втором каталоге именно вот этого оттенка синенького нет. А бежевый, конечно же, есть, потому что он из основной коллекции. Что еще у меня было интересного? Абсолютно недорого выходили пробники для волос серии Salon Care. Я все думаю, брать ее или нет. Я попробовала один пробник и взяла еще 4 пробника. Один у меня сейчас находится в ванной. Это тот пробник шампуня. Пробнички были маски питательные серии ценные масла, шампуня питательного и бальзама питательного. Но шампунь у меня было 2 пробника, то есть 4. И, по-моему, при покупке 2 они идут по 5 рублей каждый. Но каково же было мое удивление, когда увидела, что эти пробники всего лишь стоят 2 рубля. То есть они мне вышли каждый по 2 рубля. Всего 8 рублей я потратила на все пробники. Пробники эти идут, выходят здесь за 4 рубля какие-то, но в конечном итоге они мне все вышли за 2 рубля. Шампуни 82,94, артикул бальзама 82,95 и маски 82,96. Если мне не изменяет память, то там нужно было брать 2. Шампунь я один попробовала, мне он понравился, буду его дальше тестировать, пробовать и надеюсь, что он мне подойдет. Такие пробнички очень удобно, они идут в объеме 7 мл. Пока что первое впечатление попробовавшим не понравилось. Но если мне понравятся и эти все остальные, то я приобрету себе обязательно полноразмерные версии данных шампуней и пробников. Потому что серия Эксперт, мне очень нравится розовая серия, потому что она подходит моим волосам, у нее приятный аромат, она мне дает блеск, там все что угодно. Вот сегодня в том числе у меня волосы вымыты с помощью то есть серии Эксперт. Вот. Но это я тоже буду пробовать тестировать. Следующее, что покажу, было именно для мужа, потому что заказ я делала и у него имя, и мы решили взять такие перчатки. Перчатки эти были по акции, там есть и женские, и детские, если у меня получится, я еще и женские возьму обязательно. Перчатки были недорогие, всего лишь 199 рублей, а как консультанту еще дешевле выходят. 600-109 артикул, перчатки мужские, серые, сенсорные. Эти перчатки уже у меня муж носит, ему не нравится, вот так они выглядят. Черные такие вот, 2 пальчика. Это указательный и большой. Остальные обычные. Они такие довольно-таки плотненькие.
если зима не очень холодная, то они пойдут и подойдут и на зиму. Серый цвет хороший такой, не темный, не светлый, в общем, понравились. Что же я взяла себе? Меня заинтересовало там из декоративной косметики такое предложение. Я давно хотела попробовать конкретно так тени, блески, но блески меня по отзывам заинтересовали меньше. Я говорю сейчас о серии от Маши Вэй, о глиттерах и о жидких тенях для век. И я решила воспользоваться предложением. Всего лишь они стоили 119 рублей, если, по-моему, брать одну даже штучку, не только две. Но я решила взять 4. 95 рублей мне всего лишь вышли они. Я вам буду говорить артикулы и показывать. Их можно по две штучки вот так вот объединить, что я и сделала. И я уже их показывала в Инстаграм, делилась. И сегодня в том числе одни из этих теней у меня на веках. Я вам покажу и расскажу впечатления. Попробовала я за эти дни все. Начнем с первого, с глиттера, 5342. Глиттер для век, тет-а-тет. Это такое верхнее прозрачное покрытие. Я их буду вам показывать на руке. Идет вот таким удобным маленьким плоским спонжиком. Это покрытие можно наносить на такие жидкие тени, что я и пробовала делать, у меня получалось. Дает такое красивое сияние, свечение. Придает праздничность взгляду, не уставший взгляд выглядит, не какой-то такой, то есть очень мне понравилось. При этом я выбрала такой белопрозрачный, подходит под любые обычные рассыпчатые тени, под такие же жидкие. Я с такими жидкими пробовала, мне эффект понравился. Нужно, конечно, дать время этому продукту, чтобы он засох. Удобная небольшая упаковка и, наверное, где-то миллилитров 5, я так думаю, объем такой небольшой. Вот, по поводу вот этого жемчужного оттенка, его можно использовать с чем угодно, он красивый, красивый взгляд становится с ним, праздничный, нарядный. А остальные тени, я думаю, что можно даже для повседневности использовать, потому что я взяла такие универсальные оттенки. Вот такие жидкие тени 5442, это розовый такой вот оттенок, я его видела у Наташеньки, привет тебе, Наталья, и... ей не понравились, но мне кажется, это, знаете, такой цвет розово-сиреневый. Я вам сейчас нанесу его сводч. Он и розовый, и сиреневый одновременно, такой красивый. Вот когда их наносишь, их нужно, конечно, наносить очень тонким слоем на базу, да, на глазки, и желательно какое-то время не моргать. Если вы будете моргать, у вас они могут скататься, но если вы дадите этим теням полностью засохнуть, они будут держаться весь день абсолютно. Я уже это проверяла. Вот такой вот оттенок розово-сиреневый, холодный, красивый. Глазки он не делает какими-то заплаканными или больными, наоборот, очень красивый, такой перепыленный розы. Мне этот цвет нравится, могу его посоветовать. Использовала я все остальные тени и глиттер в том числе один раз пока что. То есть вот у меня их 4, все по одному разу я использовала. Следующие оттеночки это 5443, которые у меня находятся сегодня на глазах. Так, то вам покажу макияж, как с ними смотрятся. Но и с добавлением, конечно, других сухих теней, да, что я еще хотела сказать, что и розовые, и все остальные я все-таки советую в складочку, например, и по нижнему веку добавлять еще сухие рассыпчатые тени, потому что просто один оттенок будет смотреться как-то не очень уместно. Но это мое личное мнение. И вот этот золотой оттенок красивый, тоже с таким же спонжиком-лопаточкой. Я его наносила сегодня тонким слоем. Это такой вот золотисто-бронзовый цвет, очень красивый. Подойдет на повседневность. Вот он у меня сейчас вместе с коричневыми, с бежевыми тенями, с обычной подбровку, с коричневыми тенями, с нижним веком, с карандашом. С подводкой я пока эти тени не пробовала, но думаю, что тоже будут вести себя они неплохо. Но с карандашом ведут себя хорошо. Потом я еще раз вам покажу все эти сводчи, когда оттенки подсохнут. И последний оттенок, я долго сомневалась, по-моему, девочки, Саша, канал ваш, Саша, я насмотрела этот оттенок и решила его взять. Еще эти оттенки видела у других девочек. Но как-то мне вот он не очень сначала понравился, но на веках он смотрится красиво. Такой серо-бежевый такой оттенок. 5445 артикул, он ведет себя хорошо. Кстати говоря, только вот розовые тени я не сразу заметила, у меня скатались вчера, я их наносила. Но я думаю, только потому, что я не дала им достаточного времени для того, чтобы они высохли. Давайте покажу вам еще вот этот вот серо-коричневый, такой тауповый оттеночек. Для повседневной носки просто идеальный цвет. Вот он у меня внизу сводч. Красивый такой металлик. Все они, кстати говоря, смотрятся, да, металлическими, но не смотрятся какими-то яркими, вульгарными, какими-то такими дешевыми. У них такой дорогой, красивый блеск.
Этим мне эти тени понравились. Понравилось, что их удобно вот так вот можно вместе соединить, вот, что я сейчас сделала, и пользоваться. Какое-то время пройдет, они у меня подсохнут, я вам покажу, как они выглядят в засохшем виде. В общем, и в целом тени классные, мне они понравились, я могу их посоветовать. Конечно, нужно к ним приспособиться, нужно время, но все-таки они в использовании неплохие. Я присоединяюсь к хорошим отзывам девочек. Еще хотела вам показать подарок, уже наконец-то я к нему перешла. Это та водичка, которую я очень давно хотела. Я вам, наверное, поставлю картинку с этими условиями, потому что у меня сейчас, к сожалению, нет с собой первого каталога, но там есть условия. По-моему, на 1299 рублей я чуть больше заказала, буквально, наверное, 1350 там, или на 1400, и получила вот этот подарок, то есть выполнив эти условия. Получаете вы водичку из серии Маши Вэй, очень классную. Эта водичка стойкая, она молодежная, но в то же время, если вы, например, в среднем возрасте или старше, она может вам поднять своим видом даже настроение. У меня были все пробники, особенно мне понравился один. Я сейчас говорю об аромате Belle Ange. Вот так он выглядит, я его получила за 1 рубль. Очень классная упаковка. Вот смотрите, даже я могу спокойно держать за колпачок, ничего не случится с ароматом, то есть упаковка очень крутая, если сравнить с другими марками. Коробочку оставила вам показать, она такого моего любимого бирюзового цвета, который поднимает мне настроение. Коробочка была в слюде, вот такой здесь идет орнамент серебристый, и сама она такая полосатенькая, классная вообще. 3312 артикул этого аромата, это парфюмерная вода для женщин в объеме 30 мл. Она была такая, знаете, коробка каркасная, то есть ничего с ней не случилось бы с водой, абсолютно точно. Раз я оставила вам показать, покажу. И сама вода идет в таком дорогом стекле. Цена по каталогу колеблется, по-моему, самая недешевая была 499 или 599, но за нее еще нужно поискать и подождать. Вот, я покажу вам, как выглядят эти водички уже вот в этом, во втором каталоге. Здесь их есть несколько видов. Зелененькая Sorbet Jolly, Bon Couture розовенькая, Bon Bon Cheri сиреневая упаковка и Belle Ange зеленая. Так вот они выглядят, и здесь их цена будет 699 рублей. А полная цена вообще этих водичек 1200 рублей. Но мне она досталась в подарок бесплатно, чему я несказанно рада. Belle Ange, читаю вам. Белоснежный букет самых красивых цветов ландыша, магнолии, крокуса и черешневого цвета. Я здесь действительно чувствую первые нотки такие цветочные, насыщенные, яркие. Нанесу еще раз этот аромат. Просто очень цветочный, такой насыщенный, но при этом не сладкий, если вы любите не сладкий аромат. Само воплощение нежности, воздушной легкости и чистоты. Яркие штрихи ягод клюквы, красной смородины. Ягоды тут как бы, вот я чувствую сейчас колпачки, если на себя наносить, ну, давайте нанесу, вспомню. То первые нотки идут именно цветочные. А потом шлейф. Да, вот шлейф становится такой более ягодный, более вот чувствуется клюква и смородина в шлейфе. Добавляет аромату юного задора. Ноты амбры, кедра и кашемирового дерева согревают теплыми объятиями, в которых так уютно в морозную погоду. Вот я ощутила это на себе, особенно дома мне нравится пользоваться этим ароматом, но если выйти на улицу, то он раскрывается еще лучше. Могу его посоветовать к приобретению. Из всех ароматов у меня было, по-моему, 20 пробников, я выделила именно этот аромат, мне он понравился. И еще зелененький тот аромат, но зелененький как-то у меня все равно на второй план ушел. И еще, если вы сделаете, например, вот как я, да, делала, новичку зарегистрировавшемуся, да, по мужу делала, если вы сделаете еще заказ вот в этом, во втором каталоге, на сумму 1000 рублей по цене каталога, то есть со скидкой вам может выйти и того дешевле, вы получите еще один аромат в подарок из этой серии. Я вот, скорее всего, буду брать себе Bon Bon Cheri. Вот. Буду делать естественные и проходить там шаги. Тоже, наверное, буду как новичок. Очень классная вообще водичка. И это тонкий цветочный аромат заявлен. Но для меня он цветочно-фруктовый все-таки. Могу его посоветовать. Вообще отличный, мне понравился. Покажу вам кратко то, что я сегодня использовала на видео как помаду. Помадка у меня была вот такая вот полуматовая. Это такой модный оттенок бордо. Покажу вам его вот тут рядом с помадами, наверное. Ой, то есть с тенями. Сейчас такой глянцевый, красивый, насыщенный. Сегодня использовала без карандаша, удобного. Такая вот упаковочка заостренная, удобно без карандаша использовать. И это у меня артикул 463, один из самых темных. Давайте покажу вам еще раз свотчи.
здесь будет их хорошо видно. Вот они, всех этих оттенков, полирозовый, бронзовый, вот этот вот серо-коричневый, красивые тени. Если добавить немножко, я еще раз, да, советую все-таки рассыпчатых обычных теней, будет смотреться еще лучше. Отдельно все-таки эти тени, на мой взгляд, не совсем завершенные получаются. И это был весь мой заказ по первому каталогу 2018 года. Надеюсь, он вам был чем-то интересен и полезен. Для меня так он был очень интересный, долгожданный. И в основном все средства, все, что в нем было, меня порадовало. И я хочу немножко с вами поговорить о каталоге номер 2. Я не буду снимать каждую страничку обзор, я думаю, что это очень долго и не всем интересно. Но некоторые вещи, которые особенно меня заинтересовали, и то, что я планирую к покупке, я думаю, вам показать. Во-первых, каталог 2 2018 будет действовать с 22 января по 11 февраля. Вы можете делать в это время заказы и получить в подарок, если вы только-только зарегистрировались. На сайте, да, указали, появился у вас номер, а сделать вы это сможете, например, благодаря мне, ссылочка будет под данным видео, и я буду вашим консультантом, я смогу вас консультировать, например, в сети ВКонтакте социальной или в Инстаграм. Я всегда свои ссылки оставляю под каждым видео, то есть со мной связаться просто. Нужно будет сделать, оплатить заказ на сумму 1999 рублей. В ценах каталога это первый заказ с 22 января по 11 февраля. И получить в подарок всего лишь за 1 рубль с заказом по следующему каталогу, то есть по третьему, один из двух ароматов. Urban Legend – это парфюмерная вода для женщин и туалетная вода для мужчин, также, да, называется Urban Legend. А объем водички, по-моему, да, для мужчин 75 мл, для женщин 50. Вот, такое хорошее предложение. Спешите им воспользоваться. Уже скоро время быстро идет, будет 22 января, и вы сможете там зарегистрироваться. Получать скидку, получать привилегии, получать подарки. Думаю, что это многих заинтересует. Пишите, отвечу на любые ваши вопросы. Ну и давайте посмотрим, что тут интересного. Конечно же, меня заинтересовало, вот сразу на первой страничке идут новинки, которые можно будет приобрести просто по супервыгодной недорогой цене. Например, ультрачерная тушь для ресниц «Бесконечный объем». Вот такая вот с силиконовой щеточкой, всего лишь за 169 рублей при покупке на 300 рублей, то есть на 299. Хочу еще раз напомнить и обратить ваше внимание, что это делается на последнем шаге консультанта. Там будут акции, и там вы это выбираете, не в самом каталоге, естественно. Так, что тут еще есть интересного? Вот эта сыворотка, на которую я у Олечки Рогалевой слышала отзыв, хочу попробовать себе. Сыворотка для лица интенсивного действия Beauty Lab серии. У меня вот блеск есть такой, бальзамчик очень неплохой. И еще хочу попробовать вот эту сыворотку. Будет она за 599 рублей, хотя ее полная цена 1200. Но со скидочкой она будет и того дешевле. Еще, конечно же, появляются новинки. Сами вот эти ароматы, да, которые я вам уже показала. Купончики тратите по первому каталогу. Меня вроде бы по купонам ничего не заинтересовало. А еще будет лицом, наконец-то, Елена Темникова. Я люблю, кстати, ее песни. Ценитель творчества, мне нравятся они. И будет новинка, она представляет некоторые новинки декоративной косметики. И то, что уже было раньше. Например, в новинках будет увлажняющий тональный крем «Абсолютный комфорт» 30 мл в 4 оттеночках. Хочу себе самый светлый слоновую кость попробовать. Цена будет премиальная 169 рублей, то есть абсолютно недорого. У меня сейчас крем тоже наподобие в тубе, мне он очень нравится. Кроме этого, вот это предложение, про которое уже говорила, про лаки. У меня в том числе на ногтях тоже лаки CC «Умный цвет». Лак для ногтей 9 в 1, 9 мл. Цена его 199 рублей красная. Зачет... Так вообще полная цена 250, но можно, если вы покупите 2 оттенка, то можно будет приобрести за 109 рублей каждый. Вот такая вот богатая здесь палитра, по-моему, не все оттеночки есть, но большинство. Смотрела я на них обзор уже себе, тут плюсики-минусики ставила, что мне надо, что не надо. У меня довольно большая коллекция. Выбрала я себе Кибана из роз 7312, такой нежный оттенок. Выбрала себе розовый лотос 7492, восточные сладости 7432 и... Чайная роза 7339. То есть 4 оттенка я планирую брать. Естественно, покажу вам в своем заказе обзорчик на них. Вот. Ну и остальные можно посмотреть поярче или еще какие-то. Я тут взяла себе какие-то более женственные, такие спокойные. Тушь, которую очень многие девочки хвалят, Drawn Roll. Это серия Маши Вэй. Будет, можно будет взять 2 штуки за 129 рублей каждая. Здесь еще есть гель для бровей, Brow Fix, который я хочу попробовать. Тушь и гель.
можно взять по этому предложению, как я хочу взять. Вот эта палетка, новая палетка за 529 рублей, магазин КС, которая идет «Сила нежности», 53-29 артикул. Но я пока ее не беру, потому что я взяла себе жидкие тени, как вы уже видели, но пока не буду брать палетку. Но, возможно, потом, когда она будет подешевле, я ее себе и приобрету. Новинка интересная, база под макияж губ Lip Perfector, также от Марии Вэй за 249 рублей. Хочу себе взять, попробовать. И новиночка, вот эти лаки, там три новых оттенка появляются. Я пока не знаю, какой возьму, может быть, даже все три. Кокосовая конфета, черничный мармелад и малиновый леденец. Они такие вот с эффектами, такие вот лаки. Так, уже давно меня никакие лаки не интересовали, но эти заинтересовали. Думаю, что возьму себе для выделения одного или нескольких ноготков. Что еще есть интересного именно для меня? Новиночка, несомненно, очень заинтересовала меня. Возможно, потом для семьи приобрету. Это зубные щетки силиконовые. Всего лишь за 99 рублей будет премиальная цена. Есть желтая, голубая, зеленая, розовая щеточки. Подумываю взять себе одну из них, скорее всего, розовую. Недорогие, что-то новое, интересное. В обычном уходе за собой хочется попробовать такое. То есть в таких вот бытовых вещах простых. Всякие распродажи на серии Beauty Cafe, Vitamania. Вот, например, я хочу гель для душа попробовать будет при покупке на 299 рублей. Из всего каталога витамины гель для душа 79 рублей. Vitamania. Такой вот хочу себе взять. Фиолетовый давно я на него смотрю. У меня был один гель зеленый, по-моему. Он мне понравился. Вот еще один решила взять себе. Вот. Потом серия Эксперт. Хорошие наборчики. Вот есть тут такие вот. Для волос шампуни салонки я тоже тут есть. Но пока я это не беру, у меня пока все есть. Но вот я решила взять себе попробовать вот из этой серии, ни разу не брала, BioArctic. Всего лишь за 79 рублей будет серия BioArctic. Я вот все хочу все-таки себе яркость цвета, потому что у меня окрашены волосы. Вот. Шампунь и бальзам каждый можно взять за 79 рублей. Ну, любое вообще средство, просто я себе выбрала конкретно эти. По пробничкам акции за 5 рублей саше продолжается. Можете взять себе, попробовать. Это удобно, не нужно брать целое, попробовала. Удобно брать, тем более, с собой, например, в поездку такие средства. Так, что еще интересного? Тут у меня вроде больше особо закладочек нет. Но тут будет распродажа одежды, коллекций некоторых. Таких, как, например, Александр Рогов. Этой коллекции. Просто вот так вот вам покажу, да, что цены явно здесь снижены. Если вы что-то хотели, можете приобретать. Я тут все думала, но в результате посмотрела свой гардероб, что пока у меня одежды много. Я решила ничего не брать. И коллекция зимний уикенд тоже распродается сейчас по одежде. На них тоже очень хорошие сниженные цены. Если вы что-то давно хотели, то может быть как раз самое время приобрести. А перчаточки, вот я себе сделала закладку, я вот думаю, если мне не достанутся сенсорные перчатки женские, вот здесь вот внизу есть много видов. Мужские я уже взяла в этот раз мужу. Вот и все, что меня заинтересовало. Но на самом деле каталог очень большой, толстый, в нем куча новинок, интересных предложений. Смотрите внимательно, изучайте его. Второй каталог очень классный, большой, меня порадовал в нем. Аж целых 340 страниц можно читать, листать и изучать бесконечно. Я вот уже это как раз сделала и выбрала себе много. И чем-то с вами поделилась, что я планирую брать. Надеюсь, вам это видео было чем-то интересно и полезно. Если это так, вы меня очень порадуете подпиской на мой канал. Подписывайтесь, выставляйте колокольчик, не пропускайте новые видео, пишите комментарии, желательно хорошие. Всем желаю здоровья, счастья, радости, удачи, отличного настроения, хорошего продолжения зимы. И до новых встреч!